Всех приветствую. Уж полдень наступил, пляж Чайка. Иван, здравствуйте, добро пожаловать, там тут написали. Я пришел снимать сюда дневной обзорчик. Сытый, довольный, я вам потом объясню, почему. Потом увидите, посмотрите. Сейчас цены покажу, конечно, в обязательном порядке, а потом пойдем поближе к воде. Итак, цена вообще нормальная. Воздух 33, вода 28. А мы сейчас с вами все это проверим. Ну, все не знаю, по воздуху не знаю. А вот по воде, да. Планирую замерить. Лично. Итак, друзья мои, где-то там у меня в сумочке потерялся термометр. Я выбрал сегодня. А куда его дел? Уважаемые граждане, отдыхающие, напоминаю, что купание за буйками запрещено. Там входит водный транспорт, который может вас не заметить. Не-не-не, мы туда мы не полезем с вами. Туда мы с вами не полезем. Головные уборы надели. Тумбы-юмбы, что ли, кричат где-то так. Пляж Чайка. Я сейчас разуюсь. Ой, я прямо у детской зоны стал, да? Ну ладно. Не буду создавать конкуренцию детям. Обойду. Итак, воздух показывает 32,8. Ну, там 33 было написано. Водичка, кстати, в отличие от центрального пляжа, сегодня здесь почище будет. А я еще в очках, оно у меня еще с золотым отливом. Я тоже без тапок. Сейчас мы щуп освободим, а то у меня, будучи в сумочке, тут так скрутился. Мама Алексей, шухер. 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 Алексей, здрасте. Спалили. Здрасте, а чего вы думаете, что я Алексей? Как вы меня узнали? Экстрасенсы приехали. Здрасте, здрасте. Откуда вы, экстрасенсы? Черкеска? Тогда у меня к вам будет просьба. Или вы фотографируете сейчас? Фотографируйте, давайте. Да, конечно же фото, а потом мы сделаем контрольный замер с подписчиками из Черкеска. Узнают? Как этот? Как его этот? Ценят? Помнят? Это реклама банка PSP, или как он там называется. Кстати, температура у меня уже понизилась, уже 39. Это про воздух, я говорю. Не знаю, может, я окунул, может быть, нет. Бог его знает. Подписчики из Черкеска делают фото. Парашют с американским флагом сбить. Что это такое? Что это такое? Чему мы тут показываем? Чему мы людей учим? Вы плаваете? Вы же в море. Вы плаваете, говорю, вы же в море. Нет, я сняла тапки. Ну, я понял, понял. Я не знаю, я хожу нормально. Кстати, вот вам обстановочка на пляже Чайка. Все, я расправил. Все. Ну, товарищи подписчики, коль уж вы меня поймали, выцепили, то ну... Мне нужно независимое мнение. Вот вам термометр. Вот эту штуковину в воду не опускать, я уже боюсь. Вот этот чуб вниз опускать. Вот, держите вот так вот, как я. Опускайте. Да, мы будем с вами вместе температуру морской воды мерить. Вы мне скажете, я отворачиваюсь, не смотрю. Мы вас смотрим уже много лет. Вы когда убедитесь, что вот температура там устаканилась, все, да, циферка не бегает, тогда уже говорите, потому что... Ну что, 29,3. Я могу приврать. Подожди, 29,1. Вот видите, она, то есть, еще... Тут еще бегает. Это не я, мне подарили. Вот как кто подарил, тот виноват. Я не знаю. Сколько лет мы, Алексей? 6-й год это. Подождите, я в конце 2000 года, или начале 2000, не помню. Да? Ну, то есть пяти нету, наверное. Нету пяти, да. Мы сюда в Ласкаревскую 6 лет. 2 года, первый. Предатели. Все, я пошел. Ну ладно.
Ну давайте не будем наших соседей, ну что, ужасно. Все прекрасно тоже. Так, все. 28,8, нет, она еще телепается. Еще пока вот телепается. Ждем датчик в воде. Ева, вот, как водичка? Скажи мнение. Независимого теплая. Эксперта. Теплая? Супер, чистая. И чистая. Все, 28,8. Остановилась вот. Уже. Независимые эксперты, да, подтвердили. Да. Черкесска, с Кавказа мы. Черкесска, они практически нет. Всем привет. С той стороны просто горы. Всем привет. Передавайте. Улыбайтесь. Всем привет. Очень кайфуем привет, у вас. Привет, любим. Привет, передаем всем. Любим Лазаревское побережье. Очень чистое море. Ну, бывает, конечно. Нет, ну, супер. Если честно, еще не очень чистое сегодня море. Сегодня, да, еще не бывает. То есть, бывает она как бы вообще идеальная. Вчера, точнее, на центральном пляже она мутная такое, знаете, как но матовая. Лучше принести песка. Не факт. Не факт. Не факт. Тут непонятно, где как. Где что. То есть бывает так, он у нас говорит, у маяка самое чистое море. Бывало, у маяка грязное, в центр, ну, буквально 200 метров проходишь, там чистое. Ну да. Тут как бы не поймешь. Как повезет, короче. Мы рады были вас. В общем, вы в дневном обзоре. Спасибо, посмотрите. Да, вы где смотрите? На Ютубе. На Ютубе. Ну, пока Ютуб еще грузит, но уже тяжело. Так что спасибо. Сегодня в дневном обзоре вы себя увидите. Все, ребята, всем до свидания. Вот так вот с подписчиками, с независимыми экспертами замедлим воду. Русалка плавает. Всем пока. Звезда. Все, всем пока.